Правовое просвещение жителей Ненецкого округа, выявление и предотвращение системных ошибок, а главное – профилактика нарушений прав граждан. Эти задачи уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе Лариса Свиридова считает первоочередными в своей деятельности. Об этом омбудсмен рассказала в интервью журналистам окружных СМИ. Встречу приурочили к завершению первого года работы Ларисы Свиридовой в должности уполномоченного по правам человека в Ненецком округе. 203 обращения поступило в адрес уполномоченного за 11 месяцев текущего года от жителей Ненецкого округа. Лидирующими по тематике остаются вопросы по жилищному и трудовому праву, право на социальное обеспечение и охране здоровья. И если суть деятельности уполномоченного в качестве государственного защитника не изменилась, то концепция и форма работы, по словам Ларисы Свиридовой, в течение года претерпели существенные изменения. Главной задачей было уйти от роли накопителя проблем и от схемы «получили жалобу, проконсультировали, отчитались». По словам Ларисы Свиридовой, чаще всего жители региона хотят получить исчерпывающую консультацию по нормам закона. Поэтому основной упор в работе был сделан на правовое просвещение и выявление системных ошибок. Если у нас есть проблема, мы идем от этой проблемы, смотрим, есть ли за ней системная ошибка. Если нет системной ошибки, значит, помогаем в частном случае, копим опыт решения этой проблемы. Системная ошибка окружной омбудсмен называет нарушение прав граждан, которые неоднократно повторяются в обращениях. Их устранение – это результат кропотливой работы, которая в большинстве случаев заключается в изменении законодательства. Самый яркий пример – обращение к уполномоченному людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, с проблемой в процедуре прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, особенно в случае утраты конечностей. На сегодняшний день проходить комиссию необходимо один раз в два года в Нринмаре. При развитии нашей телемедицины в округе мы понимаем, что возможно сделать так, чтобы включить в порядок изменения и именно прохождение медико-социальной экспертизы, вот в данном случае, особенно для людей, которые утратили конечности, они могли бы, не приезжая через средства телемедицины, проходить медико-социальную экспертизу. Вот. Это предложение было услышано. Еще одна проблема, которую поднимает окружное общество инвалидов и которую неоднократно поднимала уполномоченный на различных площадках – возвращение в перечень показаний для оплаты санаторно-курортного лечения за счет средств фонда социального страхования заболеваний органов слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Казалось бы, да, человек получил инвалидность и, в принципе, получая медикаментозный курс, он мог бы на этом остановиться. Но мы понимаем о том, что если поддерживать состояние здоровья, если проходить правильные процедуры, то состояние здоровья может быть улучшится. И как раз признаки инвалидности могут многие уйти. В декабре на координационном совещании уполномоченных Лариса Свиридова обратилась к заместителю министра здравоохранения Российской Федерации Татьяне Яковлевой с просьбой решить проблему и внести изменения в приказ Минздрава. Отдельной строкой в статистике обращений уполномоченный выделяет права коренных малочисленных народов Севера. В этом году в адрес омбудсмена поступило обращение с просьбой вынести на федеральный уровень предложение о разработке удостоверения о национальности. Инициативу поддержало движение ЕСАВЭЙ и была озвучена омбудсменом на форуме «Арктика. Особый уровень прав человека». В ряде регионов, конечно, приняли стандарт как реестры. Но мы представляем о том, что в тундре сложно вообще с интернетом, и не каждый может там идентифицировать, что это лицо коренной малочисленной национальности. Да, и поэтому, вот, обсуждая эту проблему, все-таки все арктические регионы, национальные регионы сошлись на том, что необходимо удостоверение. Обратная связь на предложение нашего омбудсмена уже есть. Руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов предложил в качестве удостоверения специальный документ государственного образца. Одной из самых масштабных инициатив уполномоченного по правам человека в этом году стал проект «Арктическая школа права». Его целью является формирование у молодого поколения Ненецкого округа правовой культуры и социально-правовой активности. Это то самое просвещение, о котором говорилось ранее. Самостоятельным звеном в проекте является курс «Агенты милосердия», который направлен на внедрение новой для региона социальной практики – патронажной службы. Сегодня Ненецкая окружная больница находится на стадии создания паллиативного поста. Задача проекта уполномоченного – подготовить специалистов для этого направления. Наши агенты милосердия, получая, скажем, компетенцию определенную, да, и, значит, навыки оказания медицинской помощи, они смогут либо трудоустроиться туда на, скажем так, началах отбора, да, и если они обладают личностными качествами, да, потому что ухаживать за паллиативно больным, да, или человеком престарелым, или человеком, который попал вот сейчас в трудную жизненную ситуацию, он не может ухаживать за собой, это все-таки особые душевные, да, усилия требуются. У нас техникум и колледж достаточно серьезное количество специалистов выпускает, это социальных работников, да, и медсестер. Мы понимаем о том, что через некоторое время мы получим перепроизводство, то есть нам вот
эти кадры нужно правильно и в нужном направлении все-таки трудоустраивать. И это только малая часть того, что за год удалось реализовать уполномоченному по правам человека в Ненецком округе. Лариса Свиридова предпочитает не строить глобальных планов на будущее, а сосредоточиться на совершенствовании того, что уже было начато. Несомненным приоритетом останется правовое просвещение, которое приведет к улучшению качества жизни жителей Ненецкого округа. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, телеканал «Север».